Главная долгожданная новость. 29 пунктов Адлерского района получили газ, невзирая на проблемы, которые еще недавно казались просто неразрешимыми. Да, были проблемы. Они были связаны с тем, что заказчик не мог сдать техническую документацию. Не мог сдать заказчик, это департамент ТЭК Краснодарского края, исключительно по той самой причине, что исполнитель работ, он к тому времени сам развалился. Неимоверными усилиями мы, администрация города, взяли на себя эти функции и, значит, трубы все эти с газом у вас. Для того, чтобы голубое топливо зашло в дома, адлерцам необходимо получить техусловия. Делается это бесплатно. Задача самих жителей – лишь предоставить ряд документов. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором будет располагаться или располагается объект капитального строительства. Ситуационный план к этому участку и расчет максимального часового расхода. Расход максимального часового расхода – это мы можем сделать за 2 минуты в городе, в принципе. Вот эти документы нужны. Все вопросы, которые возникают у жителей Адлерского района по поводу подключения к газу, они могут адресовать в Сочи Горгаз или администрацию города.